Скибитовски, сегодня мы продолжаем играть в год симулятор. И не прошло и года, я получил эту козу. Это было довольно долго и не очень увлекательный процесс на самом деле, но мы получили эксклюзивную козу. Сейчас ее затестим. Снеговик. Что это было? Причем я ее получил буквально за 2 часа, то есть не очень долго ее получал. Я ее получил так быстро, потому что пользовался специальной штукой, а именно умножителем очков. За рекламу его брал, и смотрите, что у нас теперь имеется в коллекции. Прикольно. У нее еще язык такой. Что-то они особым разумом, конечно, не блестят. Так. О, можно их много спавнить. А, они тают. Прикол десик. Так, давайте на зимней карте это тестить. Сейчас позырим. Мне интересно, они там тоже таять будут? Вот здесь. Ну, наверное, да, но я не знаю, повлияет ли эта карта. Если да, то будет прикольно. Но мне кажется, нет. Причем это имя поменять нельзя, которое у нас высвечивается. Так. Круто, конечно. Так, я бы хотел, конечно, от этих двух козлов, но донатить. Вот, мультипликатор очков, я им пользовался. Доступен новый предмет в лавке. Ну, сейчас зайдем туда. Дайте побаловаться с новым козлом. Ну-ка, он тает? Да, он тоже тает. Ну ладно. Можно же поближе просто подходить. Оп. А, ну можно прям вплотную просто. Прикол, десик, конечно. Ой, что ты? Прикольно, у нас теперь сосулька есть. Так. Вот такой вот козел. Оп, оп. А почему я не могу эту штуку бахнуть? Оп. Вот теперь тоже не могу. Странно. Ай. Ну, походу, это все способности. Сколько я могу их наспавнить одновременно? Ух ты, как вас много протаны. Они так прикольно разлетаются. Так, ну, в принципе, обнову... Ну, в принципе, козел прикольный. Ну, конечно, за такие мучения ожидалось побольше. Ну... О, что это было? Чё? Как-то. Что произошло? Я не понял. Как я сделал какую-то ледяную тропинку? Во, опять. Что это? Это типа, когда ты много бегаешь, ты ускоряешься? Я не понял, что это было. Вот опять. Ребята, посмотрите. Беру свои слова назад, прикольно. Ой, а почему? А как это работает? Мне интересно просто. Ну, конечно, это было очень долго и муторно, потому что... 600 тысяч очков, это очень жестко. Ну, в принципе, я доволен. Так. О, прикольно. Я думал, вас заморозить нельзя. Смотрите. Вся коллекция. Так, давайте их заберем себе. Вот этих чук. Ой, я могу снеговичка забрать. Ой, что? Я не могу ледышку, что ли, в инвентарь забирать? Ну-ка. Не, нельзя ледышки собирать. Вот, блин. Оп, смотри. О, мы его даже в сидячем положении можем так сделать. Пиу. Ну, с этой штукой можно веселиться долго. И, кстати, очков неплохо так дает. Вот, смотрите, опять меня ускоряет.
какие-то ледяные штуки. Так, ты что хвастаешь? Вот это круто. Ну-ка. Сейчас мы выйдем на простор. О, давайте вот этого чувака заморозим. Нет, я про вот этого. О! Нас как-то ускоряет, что ли. Давай. Оп, смотрите. А это пока я не отпущу джойстик, работает. Ой! Смотрите, каким быстро за нами еще следы остаются. Оп. Ой, ой, я врезался. Вот это что за прикол, Десина? Это какой-то... А как? Подожди, а как тебя звать? Морозный козел. Включите непрерывный бег. Ага. Все понятно. Как я понял, нам нужно еще что-то со слугами делать. Нет? Они типа жестче будут, нет? Или как? Да нет, вроде. Ой! Блин, я хотел аккуратненько здесь забраться. Ой. Ну ладно, прикольно. Я хочу к Снежной Королеве сходить. Ой, опять началось. А, ну все, я затормозил как-то быстро. А! Ну, ты не особо быстрый у нас козел, на самом деле. Но факт, что у нас он вообще есть. Он на заставке в плеймаркете сейчас, кстати, стоял. Я видел его способность, но не понимал, как она именно работает. Но, в принципе, мне понравилось. Я уже 6 минут на этого козла обзор делаю. Ой. Я прям буквально только что получил козла и сразу решил заснять ролик. Так, погнали. Королева. Надо ее сдвинуть с престола. Ой, что-то я не долетел. Что-то я как-то больше возлетал. Меня же нормально раньше пуляло. Оп, смотрите, как быстро. Иногда. Ой. Конечно... Получит наверняка этого козла не каждый, потому что на него всего лишь неделя. Мне даже немного лень было. Если честно. Ты так понаедал. И кстати, как только я купил этого козла улитку, я нашел последний трофей в здании в деревне с церковью. Вот это обидно, конечно. Типа только после того, как я потратил деньги, я просто гулял и нашел трофей. Вот это стоит на самом деле. 10-50 рублей просрал. А чё меня не запуливают? У вас бракованные катапульты, я жаловаться буду. Вот это что? О, чё-то нормально вроде. Да не, нифига опять. Фигня какая-то. Здесь багные какие-то катапульты. Ну, кстати, можно прям в полете. Странно, конечно, они выглядят. У нас, по идее, этот козел должен навсегда остаться, да? Потому что мы его получили. Так. А мне вот интересно, а вот эти два тут останутся? Или они потом тоже через некоторое время исчезнут тут? Козлодоктор, конечно, обидно. А вот этого чувака как интересно получать. Так. Здесь еще катапульта была. Она, по-моему, тоже запуливала. Да, вот. Ой, ускорение началось. Ну-ка, ну давай, под конец. Ладно, всем пока, с вами был я, Тынка. И новый котел.